Владимир Уйба провел заседание антитеррористической комиссии. Главный вопрос – исполнение требований к антитеррористической защищенности объектов образования, которые расположены в удаленных и труднодоступных населенных пунктах республики. Обсудили также обеспечение безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств на территории республики и возможность интеграции камер видеонаблюдения, установленных на территории муниципальных образований, системы «Безопасный город».